Всем привет! Сегодня, когда кормил своих креветок, заметил на стекле небольшую колонию острокод. Это небольшие рачки, которые заводятся в аквариумах, обычно в которых живут только креветки. Они себя очень забавно ведут, и за ними очень интересно наблюдать, так же, как и, собственно, за креветками. А еще, после того, как я начал добавлять калий, Людвигия начала активно разрастаться, и я ее решил разделить на три кустика, у которого сейчас уже тоже есть небольшие ростки. Ну и самый главный эффект от калия – это то, что все растения в аквариуме начинают выделять кислород, и это очень хорошо сказывается на здоровье и активности креветок. Да и, собственно, рачки начали появляться только тогда, когда я начал добавлять калий. Видать, количество кислорода в аквариуме также позитивно повлияло на их скорость размножения. Единственное, что немножко выбивается, это черная борода на папоротнике. Но она нравится креветкам, они постоянно ее обдирают, поэтому я решил ее не убирать. Как и шарик кладофоры, который практически развалился, но благодаря активной работе креветок восстановил свою форму. Также изначально на аквариуме стояла крышка, но я ее убрал, так как отсутствие крышки помогает аквариуму ночью восстанавливать уровень кислорода благодаря газообмену у поверхности воды, а также поддерживает в комнате достаточный уровень влажности, что очень полезно зимой, когда включается отопление и в квартире становится сухо, что не очень полезно влияет на общее состояние организма человека. Вот так вот сейчас выглядит аквариум на 20 литров. Если у вас есть какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях. Всем пока!